Among Us, Deadpool, алло. Хей-хей-хей, всем привет, друзья, вы на канале Мишаня 2.0. Сегодня у нас будет самая великолепная распаковочка Among Us, как кто-то говорит, и нам сделал Назар. Ссылочка на канал Назара будет в описании. Итак, друзья, Назар Гидра прислал нам очень много фигурок из пластилина, который потом высыхает и превращается в такую мягкую, классную игрушку. Будем вытаскивать по очередности и смотреть, что сделал Назар. Назар сделал офигенно круто Among Us. Сделал очень качественно и хорошо. И даже если смотрите, обратите внимание, можно даже его носить как брелок. Я так понимаю, это герой из Brawl Stars Among Us. У него тут кольт, бабочка, глазки, шлем. Даже не то, что шлем, шапка. В общем, вот такой красивчик, красавчик, друзья. Офигенная лепочка. Красивчик. Достаем еще. Я даже их толком и не смотрел. А это у нас какой-то летучая мышь. И тут у нее как будто как у Моргенштерна татуировочка. Вот с такими крыльями. Тоже с рюкзаком. Такой Among Us. Прикольный красавчик с ножками. Ну, красиво, красиво. Я, конечно, так не умею делать. Следующего достаем. Тут зеленый берет. Это какой-то ВДВ спецназовец. Тоже с таким рюкзачком. Следующий у нас идет вот такой уже с цепочкой. Да, этот реально, смотрите, у него даже туалетную бумагу сделал. Даже туалетная бумага. Друзья, Назар, тебе респект и повага. Нож офигенно сделал, руку сделал. Тут, я не знаю, рука то ли отвалилась, то ли еще что, я даже еще не знаю, может быть, так и должно быть. Ну, цепь у него, конечно, прикольная и прикольно смотрится. Вот такой красивый. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Кому нравятся вот такие фигурки, пожалуйста, напишите в комментариях. Вы сначала обратите внимание, теперь у него вот такая лейка на голове, шапочка и фиолетового цвета. Вот такой у нас Among Us. Вот еще одного достал зеленого. А зеленый в виде как ромашка. Смотрите, ромашка посередине у него тут тоже может цеплять как брелок, листики. Классно делать. Я тебе скажу, ты будущий скульптор, Назар. И я думаю, у тебя с творчеством все замечательно будет. Достаем вот такую розу. Бык. Чикаго Буллс, я бы так бы сказал. Баскетбольная команда. Только этот Булл, Зубр. Кто это? Кто это? Тоже можно цеплять его на ключики, только аккуратно, чтобы ничего не отвалилось. Красиво, красиво сделать. Мне нравится. Я даже не знаю, кого я себе смогу выбрать из самых красивых и дать топ-1 по своей оценке. Ёпрасоте, вот это да. Вот это они чем-то похожи, друзья. Вообще, идеалочка. Виллы желтые. Вообще, страх и ужас. Это, наверное, на Хэллоуин Назар делал такую фишку. Следующий у нас идет зелененький. Так, тут я что-то недопонял. Можно его цеплять тоже на ключе. А вот это я не понимаю, волосы либо что у него. Это у него получается как маска. То есть он вот так должен ходить, либо так. А если так, то это получается как какой-то слон. А это у него глаза туда торчат. Ну, скорее всего, вот так. Скорее всего, вот этот рюкзачок вот, он вот так, типа, вот так ходит. Должен быть. Друзья, лайк. Я думаю, за такую работу по любасу надо ставить лайк. Офигею, офигею, как круто. Это топ-лепка этого года, топ-лепка этого месяца, друзья. Так, давайте определимся. Получается, у этого Among Us, он сделан из такого, я бы сказал, девчачьего розоватого цвета. У него тут есть морковочка. Сверху на нем сидит челик, розовый, маленький, то ли питомец. А что он делает? Такое впечатление, как будто это держит какую-то палку и эту... А, я понял, в чем прикол. Этот маленький челик держит типа как удочку. А висит у него вот такая морковочка. А этот получается розовенький, вот этот большой. Будет идти за этой морковкой и будет им управлять. Да? Что у нас еще есть, друзья? Так, еще у нас челик на цепочке. А этот чувак, смотрите, он смотрит в планшет. Among Us смотрит в планшет. И это Джин. Джин волшебный. И тут какая-то серия планшета, я даже не знаю какая.
Но Asus, Lenovo, Samsung, какой это же планшет, друзья, я даже не знаю. На что похожи, пишите, пожалуйста, в комментариях, красивчик. Следующий, вау, так, они уже оба вышли. Начнем с этого. У этого шапка в виде факела. Наверное, это будет как из Brawl Stars Ember. Among Us Ember, друзья, на канале Мишаня 2.0. А он еще как снеговик то летает. Смотрите, вот такие капли интересные. Тут у него факел, шапочка то ли такая горит. И следующее у нас есть трупик. А если есть трупик, значит должен быть где-то предатель. Ну, сейчас узнаем. А может быть, кстати, это и есть предатель. Если это трупик, то это, скорее всего, и предатель. И что? Тут совсем уже мало у нас остается. Вот еще одно челика. Сделал из такого розового нежного цвета. А это уже какой-то Among Us. А у него флаг, видите, в виде сердечка. То есть это как на 14 февраля. День влюбленных. Влюбленный такой Among Us с таким флагом. Доброжелательный. Следующий по цвету а-ля, я бы сказал, Украина, либо а-ля миньоны. Так, вот эти полосочки, я так понимаю, да, скорее всего, похоже, да, это Among Us похож на миньона. Красивый тоже. Синенькие штаны, беленький пояс, сам себе, по себе он желтенький. Ну, красивчик. Назар, классно. Так, тут еще есть у нас. И вот такой челик на Хэллоуин. Так, на Хэллоуин, считай, у нас есть вот эти челики, да. Есть вот этот челик. Есть, ну, из страшных, да. И получается, вот еще вот этот челик. Челика можно использовать как на Хэллоуин. Офигенно круто, классно. Дальше. Воу, Дэдпул. Among Us, Дэдпул. Алло, Дэдпул. Так. Да, да, вот у него на спине получается вот такие мечи. Дэдпул красивчик. Похож, круто. Тут у него пестик, либо что, я даже уже не помню, что у него в руках должно быть. Ну, офигенно, похож Дэдпул Among Us. И ну, вот такой герой с Brawl Stars, это Дэдпул, просто изи-пизи, лайк, короче, комментарий. Класс, следующий. Идет Шарк. Shark Among Us. Так, тоже можно цеплять на цепочку, на ключи. А как же его правильно? Так, сяк. А, я понял. В общем, вот так он должен быть, друзья, вверх. Это получается у него шапка такая в виде акулев. А сколько у него зубьев? Посмотрите, сколько зубьев. Язык даже акули сделал, глаза сделал, плавник сделал. Еще один вот этот плавник, этот боковой, это... На хвосте, хвост, всякие вот эти боковые штучки, плюс маска. Это офигенно тяжелая работа, друзья. И тут совсем мало. И еще один розовенький. А это Among Us в виде рыцаря. Так, наверное, вот так. Да, это, наверное, какой-то тевтонский рыцарь, то ли кто, или что. У него тут такой топор двухсторонний, плюс вот такая пика. Щит у него, маска. Вот масочка у него такая красивая. И такой боевой а-ля розовый идет на бой. И так, совсем мало. А это кто? А это в виде ангела. Ну, я считаю, ангелы всегда должны выигрывать и побеждать от таких челиков. Ну, няшка, няшка. Вообще прекрасно. Крылья сделаны красиво. Плюс у него такое желтое кольцо над головой летает. Ну, красивчик. И еще один самый простой. Это у нас вот такой простой челик. Красненький. С рюкзачком. Ну, это именно более правдоподобное. То, что есть, в принципе, в этой игре. И еще один вот такой строитель. С таким молотком. А-ля, давай что-то построим. Хорошо сделал вот такую каску. Идеально все подчеркнул. Чувак, тебе надо быть архитектором или кем. Ну, у тебя это круто получается. Друзья, я надеюсь, лайк вам не жалко поставить. Поддержите наш канал лайком, подпиской, комментарием. И ссылочка будет в описании. Друзья, по я бы не сказал, что по номинации, ну, самый прикольный, который мне понравился, это вот этот, я бы сказал, строитель. Дальше мне понравился вот такой красивый кольт.
Что мне еще понравилось? Туалетная бумага. Прикольно даже получилось. А вот это тоже с леечкой тоже. Я просто, тут такая классная детализация, что просто, блин, я даже не знаю, что сказать. А с цветочком я вообще тоже удивлен. Друзья, напиши в комментариях, какой Among Us тебе больше всего понравился. Лайк, подписка, комментарий. До новых встреч, дальше будет интереснее. Пока.